Всем привет! Нахожусь на чистых прудах. Погода классная. Еду подписывать договор купли-продажи. Приобрели у города нежилое помещение. Более подробную информацию о помещении выложу после подписания договора и акта приема передачи. Всем пока, хорошего дня! Всем привет! Только что вышел из департамента, подписывал договор купли-продажи. Приобреталось с торгов ГОВ у города нежилое помещение. Что выяснилось? Если вы являетесь ИПшником, то с вами город на автомате по каким-то там негласным своим распоряжениям подписывает договор на ИП. Вот, имейте в виду, всем для информации. То есть договор с городом будет подписываться исключительно на ИП. Ну, соответственно, выход из положения найдем, поэтому переоформим потом на физическое лицо. Хотя первично мы участвовали в торгах как физическое лицо. Всем пока, надеюсь, информация будет полезна. Продолжение по нежилому помещению. В департаменте получил вот такую вот выписку, разъяснение к договору о том, что почему нельзя заключиться как физическое лицо. Ознакомился внимательней и выяснилось, что это возможно, если я на этом буду настаивать. Вернулся в департамент, указал им на данный пункт. Вот. После этого мне дали образец письма, которое нужно будет составить и отправить по электронной почте в ДГИ, что, собственно, мною было проделано. Поэтому будем смотреть, что из этого выйдет. По договору ДКП и нежилому помещению, после того, как отправил им запрос на то, что хочу сделать, оформить его на физическое лицо, перезвонили вчера, сказали, что готовы со мной подписать договор на физическое лицо. Вот сейчас еду подписывать, потом расскажу, чем закончится. Все, выхожу из департамента, договор подписали на физическое лицо, как я и хотел. Все отлично, все получилось.